Здрасте, Хальтор. После релога спал ответственный за лут и был группой. Что за обменный пончик? А ты вроде как выиграл. Он так. Кристалл пропасти выиграл. Не, кристалл почему-то, я пас нажимал. Оба раза. Посмотрим. Там же написано у вас. Результат броска Ауди распылить за предмет 81. Ты не нажимал. Значит, промазал. Но он все равно же должен на релу падать, правильно этот кусок? Ауди просто распылили шмотки. Но если они вообще никому не нужны... Тихо. Вага, начислишь им за этот шмот столько КП, сколько стоил этот шмот.
Если вы, блядь, долбоёбы, то в Ильтриде шмот никогда, блядь, не нажимается. Даже да, если... Да, я тебе говорю, блядь, промазал. Ну, блядь, по шмоткам. Промазывайте, да. Ладно. Без обид, но как можно промазать, когда ты жмешь распылить и потом... Блядь, я нажимал обычно пас. Следующего тяну. Давайте мне. И вообще, почему вещи распыляются, почему они рылу в сумку не падают, как обычно? Ауди, когда ты пылишь... Ауди, вот для того, влазит, чтобы распылить, там... ты должен был еще подтвердить, что ты распыляешь эту... Поэтому да, ты не промазал. Да я и говорю, два раза пас нажал. Я хуй знает, что там. Плачу. Так, по боссу. Пятая группа хилы. Так, дальше. Кому босс не нужен? Короче, двух ретриков убираю. Вага, нямка, заходить. Уг, ретриков убираю. Чё я вредил-то? Этот. Короче, сейчас Ула Драгонс. Заберешь босса на себя. Будешь на нем набивать агро плюс танч. Если урон, отдай все свои эти. Ну, грубо говоря, щит, чтобы у тебя был 100% прожатие щит. Если не будет Следующий нюанс, смотри, если даже тебе этот. Ты его ставишь на четырех, допустим, станках. Ты его ставишь вот сюда на край. Примерно. Ну, блять, плюс-минус. Ну, передо мной. Так, чтобы если даже у тебя ревность сработает, чтобы ты мог за секунду его перевести. Чтобы ты мог от него отбежать, и он перевелся. И стаки, естественно, спали. Надеюсь, понятно, да? Все, этот... Но опять же, если придется перевести, вот, перехватываешь босса. Драгонсон вместе с друидом, вы на трэш. А пока его там танчит, да? Пипончик, скажи, кому ГПС шмот. Шмот. Ваги скинешь, пускай начислят тем, кто, блядь, пылит шмот. Да хуйня это какая-то, пианист. Твои проблемы, что ты распылил шмот. Тебя никто не просил пылить шмот. Бля, я не специально это сделал. Говорю, может, мимо промазал, ткнул я хуй знает кнопкой, пока бежал. Это твои личные проблемы. Ауди должна там быть. Малдазар здесь. Баф его. Я вам Я кулаки даю, дайте там. Там ты его лемя. Ты его лемя. На позиционку становимся. Все, погнали. Хочешь потестить, сколько он выдержит, да? Так, а трэш будет, не? И босс. Рано еще.
Переводи. Не слушай, блядь, никого. Не знаю, что я делаю, не пизди. Я объяснил, что кому и как делать. Или вы заебались, драгонцы? Если честно, я почему-то на очко присел. Не знаю почему. Разверни, босс, чтоб ты сразу, если что, мог этот продаренность так сработает, съебаться. Морожение. Это от других скиллов. Гробница, которая вешается на шоты. Не выйдете. Значит, не получится так. По у нее странный урон, она типа по 7, по 4, по 8, как 21. 25. Как на 500% усилена. Не, у меня сопротив. Все равно гробница не должна так это резать. Ну, типа, 54, я думал, ну, типа, на гробницу, думал, не распространяется урон. Короче, нет. Ладно, типа, держишь до, там, 4 стаков, 5, потом переводишь, трэш собираешь, войд босса забирает. Пошли трэш убивать. Не, ну, блядь, пиздатая штука, мне понравилась. Так можно добивать, наверное, босс. Не сплавить. Кстати, да. Ну, почему-то сыкотно. Следующего притяну. Три я побос, эту, по-моему. Эту короче по 4 стака можешь держать, да и по 5 можно, а потом не, переводить. Не, Жан, блин, сколько у тебя стаков сейчас было? Давай, ну, по-моему, это был то ли 6, то ли какой. Ну, короче, 5 стаков потом только будешь переводить. Да, 6 ваншот у вас. Не, он странно скалирует. Там с 4 он сразу на 18 перескочил по урону, а потом на 21. Он каждый раз x2 умножил. 10, 25, 50, 100. У меня, я смотрел по этой позиции. Поехали. Подожди, подожди, сейчас рубопытику. Чё, поставил? Ну, дропом. Да, потом идет, ты заберешь, а он трэш. Лапу дайте. Когда переводят этот, стопайте. Поехали. А, начинает дракона или что? Да. Ну просто, что больше времени он может держать, вот и все. Ну типа мы сразу 5 стаков продержим, ничего. Просто вначале снищу. Меньше переводов будет. Полного войда отдадите босса, когда перейдет. Так, сейчас 4, на 5 ты говоришь, да? Да, с 5 на 6. Я тебе скажу когда.
Все, давай переводи. Забирай вот. Трэш ловить. Все. Все, пускай так и стоит. Только загроз. Трэш аккуратнее, маги. Единые. Не, ну если так аккуратно переводить, можно протопалом танчить соло. Только с трэшем решать проблему быстро. Че, пускай он сейчас набивает на боссе, я говорю, трэш слили все. Не успели пройти. Да? Ебать, набивай. Че совро, блядь? Ты его попробовал. Его ваншотнул. Этот. Так а тут поднимай Войда. Жан, блядь, заебал. Давай. А это чем ты дамажит его, ешь он так? Насколько ты попал? Все, стой, танчи. Не веди никуда. Тут яд кидает, по-моему. Дайте ману япончику. Да я уже. Вон кинул, видишь, кинул. Да я не дамажу. Я не вижу, что рейд проседал. Не дамажит, да? Если не дамажит, то зеленого можно танчить до конца. Я дамажишь можно, по идее. Ну, сейчас да, попробуй. И бейся. Пробовать. Вон Даркаса чуть не убила. Этот, поднимите, шторы подними, Ауди. Следующий тиммейджер, где ваншот не должен. Ну, может. Если что, переведем разумно все. Если кого-то убьешь, убьет, переведешь. Так держи до конца. Как кого-то не убьет. Мягко встанет сзади на всякий случай. Или на ком там следующая игра? Не мягкий. Крунит, похоже. Убила. Лови, Войд. Сейчас подожди, перебегу, давай, веди. Да там, блядь, это, там очень долгий кастаем. Все, гро. Стоп, все, дальше. Че, по боссу или трэш? По боссу бейте. Это на 90%. Не, ну с трэшем пробивает меня. Так я хуй наберу, блядь, так агро. Так тебе трэш бьет, хуй. Ну он, блядь, тоже же магии хуй. Тебе не босс бьет, а трэш. Это вы... Трэш физуха, по-моему, и наш. Способ материала не трэш. Что-то теперь это, блядь, мой любимый бот. Вообще, да? Трэш физуха, блядь. Короче, давай две переходки. Когда ты не зря одевал на блок щита шмот. Это вы у кого-то подсмотрели или сами придумали? Я эту херню протестил. На прошлом. Распыл это грид, да? Да. Ты ебать халяву. Я уж напрягся, что трэш дохуя будет опять. Если, а они шмот в смысле через ЕПГП лутмастер распылили, что ли? Я не нет, обычный ролл. После ребута скидывается. Все настройки я понял, к тому то, что нельзя распылить, блять, потому что иконка будет, да или нет, высвечиваться. Здесь Карина вообще нет? Да, здесь. А, ну что ж, зайдешь сейчас. Пока трэш почистим. Они починили трэш, он теперь исчезает? Типа, у вас нет трэша? Ну, топал это имба, так что... В смысле, трэша нет? А если попробовать с этим протоваром так потанчить, у него же тоже блок есть. Сдохнет нахуй протоваром.
Не, ну один раз ты сдохнешь, да. Япончик, ну резни меня, блин. Сейчас тест. Разваливал шмот. Ну просто я тебе написал, а ты... Ну, он тебе ответил, он шмот разраливал. Опять же, у нас в Еде это могут только так танчить ты, я и Калат. Ты из-за того, что блок отдохнет? Этого босса. Да его в соло можно танчить на самом-то деле. Типа подстраховки только иметь. Смотри, босс не пробивает, а трэш, там будет всего лишь 8 мобов. Ханты роги дадут на пул, вот те и это. Вот те и соло, 4 моба протопала не сложит, прожнешься пока трэш. Агро тоже будет. И на самом деле на переходке, если так медленно переводить, то его и ударить потом, пока он не ушел обратно. Не, его в соло не могли танчить, потому что до того момента, пока блок не починили, блок починили, только тогда это стало возможно. Лёш, посмотри личку. Ну, ты спроси на мейнспек, надо кому или нет. Тогда тут. Ребята, что у нас это... Голова на Т5, Леди Вайш, Паладин, Разбойник, Шаман нужен кому-нибудь на мейнспек? На ОФ нужен. Надо, да? На ОФ пофиг. На ОФ можешь, это, пофиг, если только на мейн. Че трэш удает, блядь, парень? Да хуй знает, кто-то там такие у меня. Кто-то еще ладно, что-то делает. На мейн нямка забирает, говорит. Что это? Что там на мейнспек кто-нибудь что забирал с этого, с Гидроса или нет? Там давно выпало. Ну. Все ноу. Там запы Мозер забрал на оф-спек, остальной лут никому не нужен. Интересно, когда про товару критический блок починит? Тогда и про товару заживет, возможно. Ой, ты слышишь, там Вага пишет, через пару лет тебя починят. Драгон, ты можешь, блядь, бафать МП5? Не вот это говно, которое ты баф. Нет. А охотник, маг, чернокнижник надо кому-нибудь на 5? Да. На мейн спек. Да. Походу, да, видишь. Жаль, могли заработать. Да молдозар все равно не дамажит, да? Дамажу. Во сне? Я на 8-м месте был вот сейчас на предыдущем боссе. И скажи, ты так же дамажишь? Т4. Гидрисе? Я на боссе не дамажил.
вообще просто так кнопочки на распиздяйски прожимал. Это первый нюанс. Второй нюанс, я смотрел за танк. Что с танком станет и сколько трэш, считай, смотрел. Хуясь, это Audi почти 14 лямов снес по боссу. Ебать во все вагоны. Да не, я смотрел просто это. Как оно будет происходить все. Главное, что там трэш, херовый ДПС. В принципе, в первом рейде можно перевести на зеленую, на зеленый долить. Заодно перефаску можно сделать. Лёха, я тут заметил, что у ДВшников во вторник рейдов никогда нету. Поставил там ЦВК обычку. Окей, этот, кому там не надо босс, кому надо Карине надо. Даркис пишет, не надо. Розелина пишет, не надо. Нет, Лока пишу в любом случае. ЛРА пишет, Рок, не надо. Я могу поменяться, на танк все равно не. Нет, в принципе, не лупи босса. Ну без разницы, я могу полупить просто, если нужен шмот, я понимаю. Там лол ДПСу скидывает, если ты хочешь уходить, то я выхожу, потому что я меньше даю. Ты так не соскочишь. Ты как танк ухожу. Так, вот этих потанчик. Не знаю, Мишка выдержит с этим. Если их сливать будут, то выдержат. Двух точно, третий уже, наверное, критично. Я могу скрафтить. Или Мишку проще в хилас. Пока тут в салу. Угу. Пускай лучше драга танчит. Пока тут и так в сове. У него хуёвый этот. Не, япончик аспект. Еще дополнительно. Сейчас гану. Я могу скафтить камни на хп. А Карина же у нас там. Во. Так я же про Карину говорил, а не про медведя. Про это. Тогда ты в ретрик. Можно в танке. Если в ретрик. Так, ты в ретрика. Так, Карина. Так, япончик в ШП. Луциню в реста друида. Так, Враска тогда выходит. И назад. На портал. Пизды на телепорт. По меткам. У нас тогда как получилось? А кулаки бафалось, чё? А я каск. Денчик. Короче, крестик. Так, череп. И по ГД зоне. Череп стоит у нас мяка. Крестик стоит Молдазар. Квадрат Ниамк. Мозер в луне. В трусах у нас стоит... Пока тут. Дальше. Медведаешь, стоишь, короче. В черепе. Милике. Ауди, станешь череп.
Драгонс. Крестик. Драгонсом крестик. Вага, станешь квадрат. Элрей, станешь трусы. В луну станешь Тимыч. Шакет, станешь трусы. Никито, станешь по луну. Это потом... Ну, снимите ретрику ЕПшку. Этот в квадрате, если что-то допронят. Дальше. Кого забыл еще? Локи, да, Локи. Ой, Локи, говорю, Даркис, держись. Крестики с этой стороны. Розелина, держись со стороны. По хилам. По хилам, Денчик, ты в черепе будешь стоять. Далок будешь в кресте. Луцинь, ты будешь в квадрате стоять, прохи. Дальше шторы, ты будешь стоять в луне, прохиливать. Просто, если что-то между трусами, ой, между, да, между зеленой меткой и луной. Даю проверку. Еще раз, Розелин сказал, в половине, где луна находится, луна, трусы. Да, с той стороны будешь стоять. Напоминаю, основные первый нюанс. РДД, гвардейцы, странники, сливаете в приоритете, если с вашей стороны нету зеленого. Милики, если что, всех остальных сольют. Кому рыбу нету, ставлю рыбу. Сопрот выпить или РДД фласку чуть? Ты спей сопрот. Если не хотите сдохнуть, пейте сопрот и сдохните. От АУЕшки будет печально. Даю проверку еще раз. Я готов, я опять кнопки. Карина готова? Все, все готовы, поехали. Thank you.
Аза. По меткам. Усиливать все рейд. Анонсите только где зеленый. Кстати. Зеленая луна. В луне зеленого быстро сносим. Мозарт вместе с Эпитосом. Квадрат длинный идет. Сова, разверни. Этот РДД странный. Зеленые трусы. В трусах быстрее зеленого бьем. Дадим. Подойдите, кому перекинуть. В луне целый подходит. Ямка кинул себе, короче. Перекинь кому другому. Или мне перекинь. Прости, кинь, да, Даркису. Прости. Где Дарки? Вижу. Закрывай. Зеленый череп. Ранник РДД. Свободная прохил рейд. Дайте, можно кто-то края подойдет? Ну, может кто подойдет? Держи. Он раз 10 за трайк идет, я бы не советовал его не резать. Забирай там страйдер идет, забери этого совы. Ну, серьезно. Блять, зеленый в этом самом в луне. Луна, зеленый, бьем, Мозер, Никитос, кто там? Пропал, блядь. Мозер Никитос, где вы, блядь, вообще лазит? Ты этого странника бейте, РДД. Пока тут-то... Эрдрошка, смести шторы, подними пока тут-то. Лежит правее немного. Гвардеец Карина. На воде. Чего фигачишь? Квадрат. Просил сразу пока тут-то. Там же странник. Этот пока Берни разделен. Гвардейцев бейте, странник. Переключайтесь на странник Карда, да? Чего такие долгие-то, а? РДД бейте, странник. Гвардеец. Зеленый в луне. Луна, в луне, в трусах, в трусах. Трусы.
тоже перекинь магию. На инвентаре лежит. Правой кнопкой. Отбегай, отбегай, отбегай. Я перекину. Так, этот, Мозер, подойди обратно. Кидай мне, я рядом стою, я перекину Мозеру. Мозер, иди в сторону, да. Хуй. Давай мне можешь кинуть. Подойди под портал. Зеленый в луне. Кидаю. Босс активен. Карина забрала, Карину прохил. Этого страйдера добейте, странника быстрее, РДД. Мирите гвард. Заберешь Карины босса. Все, я с этого добил. Карина, поднимешь Никитоса. Сложим ложь. Карина Никитоса и Тимыч подними, Розелин. Можно перевести? Карина, забери у него. Перевести. Карина пока ресает. Там нормально стоит босс, можете бить. Ну отойдите вы таунт, нажмите, что вы стоите под боссом, братан. Розелину прохил, РДД по этим, по скатам. Прохиливайте, вот дайте масбафы. В луже стоит. Падали люди. Войт, иди сам окон убивай. Дайте этот, тебя выбежал. Тень. Сложи. Пора Еру давать. Служил под. Да вам сейчас корни дадут, близко стоите. Thank you.
выдержал. Нормально. Че талант? Что говорю, РД да близко. Не трогайте лут. Че сдам? Япончику дальше. Алдазар, тыкни порт, пожалуйста. Лёха, у нас еще что-нибудь будет? Пока разрол. Брун мейнспек. Никому не надо, да? Давно. Ладин, разбойник, шаман. Нямка. Нямка мейнспек. Воин, жрец, рыцарь смерти, друид. Войд. Войд, вага. Дал. Так, у меня три воронки. Сейчас кидаю на ролл. Пояс взял пока тут. У кого есть Т5? Мейн или офф? Да, мейн.